И ниши там, это семейная могила, закатывали камни. Или вторичное захоронение, перекладывали, когда косточки уже истлели, эти косточки собирали и ложили в небольшой осуарий, его называется глюскема. Он был по длине берцовой кости, которая самая длинная, и туда косточки. Почему косточки? Потому что Бог по костям воскресит человека, и поэтому кости хранят, переносят, мощи. Да? А это вот саркофаг. Кто был в могиле Давида? Гробница Давида в Иерусалиме. Там тоже саркофаг. Саркофаг тоже это стало еврейской формой захоронения. Резкость гуляет, конечно. Безобразно гуляет резкость. Там есть лестница. Да.